таки что ж, дорогие друзья, мяу-мяу, на связи Dragon Soul Play, и у нас тут готика, как хотел бы я сказать, но не скажу, потому что у нас тут очки, что у нас тут правильно, а у нас тут-то Reason, продолжаем, как говорится, приключение на свою мускулис белую задницу. Ну, мы все уже взяли. Что бы из оружия нам бы тут нормального до доспехов купить? А я что по деньгам? По деньгам, ну все. Не очень. Так. Грок. Манна. Что у нас тут еще? Как говорится, продолжаем приключение. Нам бы что узнать. Посмотреть бы, где вообще что записано. Какое управление, как открыть, мне посмотреть. Катарыл. Мне надо кое-что сделать. И мне надо посмотреть. О, дневник. Угу. Так. Пара бесполезных идиотов. Ну давайте тогда продолжим исследование. Продолжим исследование и найдем что-нибудь такого. Ты работаешь с золотом. Золотом и ни с чем иным. Сам видишь, это прибыльное дело, а? Ну, я бы на твоем месте не стал надеяться разбогатеть здесь. Каждая песчинка золота тут принадлежит Дону. Все отдают свое золото Дону? Все, кто ценит свое здоровье. Раз в месяц следует отдавать Дону его долю. И сколько он себе берет? Ты видишь здесь кого-нибудь при деньгах? Если эта грязь не считается местной валютой, то нет. Ты бы видел, сколько золота у него свалено в храме. Просто горы целые. А, по глазам вижу, о чем ты думаешь. Хочешь себе кусок отхапать, а? Эти мысли тебя до добра не доведут. А как мне увидеться с Доном? А зачем это тебе с ним видеться? Попробуй залезть на дерево перед храмом. Ближе к нему тебе не подобраться. Должен быть способ увидеться с Доном. Что-нибудь, что ему нужно. Все, что не блестит, ему ни к черту. Не удивлюсь, если когда-нибудь он собственную жену в золото закатает. Тогда, может быть, ему нужно что-то золотое, чего у него нет. Мы нашли на верши рукоять меча. Прекрасное изделие. Принадлежал раньше одному командиру, который повздорил с огром. Найдешь клинок к этой рукояти, то он тебя может прямо в волосатую задницу расцеловать. Да какого хрена? Я сам готов буду сделать это. И где мне найти клинок, который нужен Дону? Если верить историям, огр утащил горе командира в сторону тех развалин храма. Если там кто что и нашел, то никому и словом не обмолвился. Особенно если учесть, что обломки клинка покрыты золотом. Тут есть полудурок по имени Луис. Сдается мне, он что-то видел, но он полный кретин. Я найду тебе этот клинок. Если хочешь заняться его поисками на здоровье, но если хоть один кусочек зажмешь себе, хоть одну блестящую золотую крупинку, я об этом узнаю. У меня и в мыслях такого не было. Угу. Что можешь предложить? Так, я бы тебе продал кое-чего. Например. Да ничего бы я не продал. А ты бы мне что дал? Нормальный меч бы дал, наверное.
секиру. Стоит 200 аж. Ну ладно, пойдем пошмонаемся где-нибудь тут. Это никогда не изменится. Ты не слишком напрягаешься? Поздняя пташка еще глазок протирает, а раннюю пташку уже каток доедает. Кто-кто? Так мы же на болотах. Чего тут напрягаться? Дон просто позволяет тебе не напрягаться? Никогда его не видел. Беппо все время гоняет нас таскать ящики. И ради чего столько усилий? Ради кучки старого хлама. Хокинс мой хозяин. Если Хокинсу плевать, Беппо может хоть наизнанку вывернуться. А Хокинсу на все плевать. Верно. Угу. Может, что-нибудь еще тут поделать? Мне доспехи нужны оставить. Как мне тебя оставить, братан? А должны быть? Нет. Наверное, быть охранником — это весело. Очень весело. Не особенно. Что ты тут охраняешь на болоте-то? Мух, вонь, Дона. Дона? Там, в храме. А мой пост тут, в болоте. Похоже, важная работа. У тебя не бывает проблем с местными? С местными? Если они устраивают проблемы, им можно просто отвесить пинка. А разговаривать с ними не пробовать? Разговаривать. Кто тут главный? Дон. Кто? Дон. Точно. Дигидон. А ты немногословен. Да. О чем мне с тобой разговаривать? Я тебя даже не знаю. От чего тут вообще нужно что-то охранять? Да в натуре. А ты их не видел, что ли? Кого не видел? Этих тварей. Тварей? Твари из развалин. Развалины тут повсюду. Кстати, да. Я про те, что из земли вылезли. Везде, где холмы на земле. Это там эти твари? Ну да. Повсюду вокруг места раскопок посреди болота. Ага. Где Дон? В храме. Он там молится, что ли? Ха. Ну так и что он там делает? Старается не вылезать сюда. Ну правильно, что там лезть. И правильно, что тут к вам лезть-то. Ничего не добьешься от них. Так, кстати... Что у нас по деньгам? 41 монета. Что это ты здесь делаешь? Ничего. Ой, не понял, а как я оказался наверху? Из земли поднимаются храмы. Может это быть опасным для нас? Так, а может Брогром поговорить, что он даст? И гармония остались в... Такой он сидит, чилит, пердит. Ты похож на человека, который держит нос по ветру. Что ты знаешь о лезвии меча, расколотого на части? На что годятся обломки лезвия меча? Бесполезное барахло. Единственное, кому они могут понадобиться, это кузнец. Ну и ты, само собой. А что такое? Просто любопытно. Просто любопытно? Знаешь, простое любопытство может довести тебя до беды. Да ладно. Так, ну-ка. Так. Текущее. Даже не знаю, как текущее посмотреть, но да пофиг. Какие предлагаешь условия? А, да, кстати. Ага, заинтересовался?
Слушай сюда, я разъясню. Ты даешь мне сумму золотом. Если выигрываешь, она удваивается. А если я проиграю? Никаких проигравших. Участник всегда может отыграться в будущем. Я просто сохраню твое золото, пока ты не захочешь снова попытать счастье. О, Элли, привет. Приветики. Привет, Эллин. Как заключать пари? О, нет ничего проще. Мы принимаем любые ставки. Кто же станет следующим бедолагой, которого сожрет тварь из болота? Или следующим победителем на арене? Как угодно. Можешь даже поставить сам на себя, если захочешь выйти на арену. Да выйду когда-нибудь. Какие гарантии, что ты заплатишь мне выигрыш? О, ты сомневаешься во мне? Обижаешь. Если бы я не был честен, то не продержался бы... Ничего удивительного. Люди сражаются за золото с начала времен. Есть небольшая арена к западу отсюда. Там все и происходит. Держу пари, на тебя можно ставить. Ты выглядишь... крепким парнем. Угу. Расскажи мне об арене. Все довольно мирно. Всего лишь несколько синяков и сломанные ноги. Убивать никого не будут. Там мы тренируемся и проверяем себя. Когда захочешь драться, просто вызови одного из бойцов. Если он примет вызов, то выйдет с тобой на арену. Бой начинается, когда оба добровольца выходят на арену с оружием наготове. Первый, кто упадет, считается побежденным. Достаточно ясно. Угу. Понял, хорошо, учтем. Пойдем пока погуляем, кстати. А мы тут из-за этого сундука, кажется, все стащили. О-о-о. Эй, Дуайт, начинай уже поднимать те ящики наверх, к Беппо. А кто ты такой, чтобы указывать мне, что делать? Угу. Хокинс, он не очень доволен тем, что ты тут простаиваешь. Неужели? Тогда пусть он придет сюда и выскажет мне это лично. Только он не сделает этого. Так что отвали. У тебя наверняка есть с кем еще поговорить? Не с кем, братан. Ты один у меня тут остался. Надо вот сюда сходить. Посмотрим, что тут у нас. Ставлю лайк для привлечения аудитории. Спасибо, Элли. Клей занял твой пост. Давно пора. Спасибо. Вот тебе кое-что. Я всегда возвращаю долги. А теперь мне надо отдохнуть. Давай, отдыхай, братан. Ну-ка. Окружает меня, да? Вот так-то лучше. Ой, а тут что-то растет. Надо все эти растения, кажется, собирать надо. Ягода какая-то. Ягода малинка. Ух, укуси меня, пчела. А хотя... Куда собрался?
Давай. Тихо, спокуха. Засранец поганый. Ну ладно. Надо бы отдать квестик опять. Ну и что-нибудь сделать все-таки. Клей занял. А теперь. Хорошо, вот тут сохраняемся. Давай, давай, зажимай, зажали. Да как? Я ж тебя зажал. Почему? Надо вот прям реально. Хотя погоди, может быть нам вообще рано отсюда идти. Нам надо сходить кое-куда в другое место, кстати. Сходим в другое место пока. А почему? А потому что нам надо кого-нибудь здесь задудосить. И кого-нибудь. Пока я не знаю, но пока что нам надо. Пока что нам надо. Опа! Давай. Боже, какие вы ужасные. Ой-ой-ой. Как вас много. Ну-ка, давай. Да, бляха ты, муха. Почему они меня все убивают? Так нечестно. Даже волчара обоссанный меня убьет. Ну, давай, тварь, выходи. Сейчас я всех ссыку, а потом прокачаюсь, и он всем будет, вам всем будет не до смеха. Да хорош, он мне пол хлебал откусывает за раз. Да как так-то? Ну это несправедливо. Почему? Почему так? Почему так? Почему так? Почему так? Волчара. Да как? Они с легкостью просто ворачиваются от моих ударов. А он ему ничего не сделает. А ты стоишь и просто ссышь на болото. Да ништяк вообще. Просто ништяк. Как так-то, брат? Да хорош, уже с волчарой бодаюсь, уже 15 минут. Нечестно. А нахер на тебя. Ладно, хер на тебя.
Так. Пурум-пурум-пум-пум, пурум-пум-пум-пум-пум. Идем, короче, мы сюда. Бля, муха, меня просто все унижают. Все унижают просто. Ладно, пойдем на болото. Хотя бы, может быть, тут нам удастся что-нибудь да сделать. Геральт и научился промахиваться ударами. Похоже на то. Такое чувство, что тут не надо воина качать, а можно... Ты тут один? Что? Ты тут один, говорю? А, да. Не ори, я не оглох еще. В смысле? Ты не видел мою стеклянную штуку с пивом, которая бьется, если уронить. Да ладно. Бутылку, что ли? А я что сказал? У тебя с ушами беда, знаешь об этом? Бутылка тут была. Вот тут. Не, там. Где-то. Где-то? Это где? Ты перебрал. Ну и что? Лучше быть мертвым. Бурый. Ага. Инквизиция? Инквизиция? О, точно. Что бело? Я же ему брал пиво. Какого хрена? У меня есть пиво. А может, в инвентаре нет? Держи, братан. У меня, кажется, есть пиво для тебя. Наверное, надо было сделать так. Что ты... Они везде. А ты встречал белую мантию? Ты псих, что ли? Я бежал, как резаная крыса, если бы увидел их. Охотно верю. Ну? Где же эта хренова бутылка? Верни мне ее, мерзкое болото. Тебе не кажется, что тебе уже хватит? Мне еще мало. Он типичный алкаш. Что можешь мне рассказать про лагерь Дона? Могу сказать, что там, через пару дней, сам начнешь за воротник закладывать. Если б ты там был, то был бы прям как я. Да ладно. А что там такого? Толпа мерзавцев. Все время друг другу глотки режут. Никому там верить нельзя. А хуже всех Брогар. Вот это негодяй. Всем негодяям негодяй. Расскажи мне про Брогара побольше. Ну давай, рассказывай, чеши. Он всем заправляет в этом месте. Ох вы. Уфсы. Официально? Официально, да. Официально он тут начальник воинов, назначенный Доном. Только это не все. Тут его все боятся. Даже его собственная тень. Это потому, что Брогар хочет занять место Дона. Еще как хочет. Хм. Так, ну погоди. Мне потребуется сковородка. Я же ему пиво-то дал. Типа, вот у меня. Типа, алло. Я же ему, вот, бутылка у него есть. Ты по... И не говори. Причем не только про Брогара. А про кого еще? Несешь мне пиво еще, я тебе и не такое расскажу. Я принесу тебе пиво. Будем надеяться, я тебя смогу понять после этого. Посмотрим.
Вот тебе пиво за информацию. Принес. Ты прекрасен. Типичный алкаш. Он ищет обломки клинка меча, старого и инкрустированного золотом. Они тут везде, у каждого есть. Правда, только не у Хокинса, не у Яна, не у Рэйчел. А у кого? У Крейга есть, я сам видел. Такой большой. И у этого дебила еще есть. У кого? У кого? У Даргана кусок есть. Ну и у Брогора есть, конечно. Только тебе придется его самого на куски разобрать. А, еще у меня есть кусочек. Ну так давай, гони. Я дам тебе пиво за кусок клинка. Ты что думаешь, я совсем тупой? Тут и два пива мало будет. Так, вот два пива. Пиво. Пиво. Собирай. Может, просто поделишься информацией? Как друг. У тебя в этом болоте одни друзья. Комары. И те твои крови хотят. Ну хорошо, один клиночек у нас, точнее обломок меча есть, сегодня будем его собирать. Может быть, но я не думаю. Ах ты тварь! Нормально, взял, дал мне по жопе опять. Я и не ожидал, что он тут будет. Болотник хренов. Ладно. Может, что-нибудь еще тут есть? Вот моль там, например, летающая. Давай, атакуй. Так, один из четырех. Еще, давай. Так. Не смей меня окружать, трянь, и за спину заходить. Семь могильных мотыльков. Есть. О. О. Сундучело. Это краш, что я кого-то убил. Короче, всех просто вырезаем. Все. Можно эту лопату потом. Кирку нам пригодится. Отмычка, факел, обломок меча. 2 из 5. Что ж, делаем сейв. Идем дальше. Надеюсь, какая-никакая дрянь сюда больше не вылезет. А если вылезет, то получит по жопе. Лично я в этом даже не уверен.
И по жопе, скорее всего, могу получить я. Ого! И все хилки опять потратил. О! Эй, ты кто такой? Что тебе надо? Я не вернусь туда. Не вернусь. Скажи им, что я не вернусь. Да ладно. Тихо, тихо. Я не причиню тебе вреда. Ты хочешь, чтобы я тебе поверил? Но как только я повернусь к тебе спиной, ты утащишь меня туда и снова закопаешь. Закопаешь меня с ними. Кого их? Их, древних людей. Они повсюду. Только прислушайся. Крики, шепот. Да ладно, я ничего не слышу, братан. Это у тебя шизофрения просто. Хотел хватит я, уже чтобы придумывать. Они не говорили со мной. Ты сказал, что не хочешь возвращаться. Возвращаться куда? Это не Хокинс прислал тебя? Он хочет, чтобы я вернулся к раскопкам. Да ладно. Но как я могу вернуться? Они заберут меня снова. Кто? Какой шепот? Кто с тобой говорит? Это все храмы, возникшие из-под земли. Голоса появились оттуда. Кто это шепчет? Древние. Все, что они находят, храмы, они принадлежали древним. И те идиоты хотят, чтобы я их откапывал? Осквернял их могилы? Древних потревожили. Откуда, ты думаешь, появились эти бури? И кто знает, как с ними бороться? Кто знает, что их может остановить? Я их остановлю. Что ж, Хокинс действительно хочет, чтобы ты вернулся к работе. Я так и знал. Но я не пойду. Забудь об этом. Хочешь испугаться чего-то по-настоящему? Сильно. Ты все равно не можешь сделать так. Никто не знает, как найти другого для этой работы. Пошли туда Дуайта. Он их... Но ты должен... Вдохни поглубже. Расслабься, хорошо? Ты разве не видишь? Оно повсюду. Паника. Люди гибнут. Эти твари. Разве ты не видишь? Они восстанут из могил, чтобы отомстить живым. Руины, которые поднялись из земли. Из-за кого, ты думаешь, это произошло? И что это такое, как не предвестие гибели? Скоро они появятся. И тогда все мы обречены. Да ладно. Что-то происходит. Но я не видел свидетельств существования духов. Я тоже. У меня есть кое-что, что сможет защитить тебя от древних. Нет никакой защиты. Маги говорят совсем другое. Они как раз ищут что-нибудь наподобие этого амулета, чтобы защитить нас всех. Это просто дешевое ожерелье. Рассмотри получше. Как оно может защитить меня? Это то, чего люди искали в развалинах, чтобы получить ответ для защиты. И они нашли что-нибудь? Да, предметы, обладающие силой древних. Предмет такой, как этот амулет, защитит тебя. Маги гарантируют 100% защиту от духов. Но нам надо найти больше таких, больше артефактов, чтобы защитить всех. Да, да, конечно. Вот почему так важно именно тебе иметь его. Офига себе, это мастер убеждения, кстати. Ты должен искать предметы на развалах. Разумеется, конечно, я займусь этим. Я помогу защитить каждого. Обманывать нехорошо. Но, в принципе, ладно. Ты пытаешься запугать меня? Нет, братан. Я пытаюсь обороняться. Если бы я пытался тебя запугать, ты бы не пугался. Так, а что-нибудь тут еще есть? Лечебная травка. Она нам пригодится.
Угу. Хотя бы пол хп восстановите и нормально будет. Вот уже неплохо. Теперь мы можем автосейв. О! А в сундуке у тебя что лежит? Опа! На! Что это такое? Самокрутка, манна. Манна. Разве тебе больше нечего делать? Нечего делать, братан. Надеюсь, что дождь не пойдет. Хватит уже с меня дождя. Да ничего не пойдет, не ссы. Я тут, может, это... Я в деле. Ох ты, мать твою. Сейчас, погоди, я подлечусь, братан. Фига. Спасибо, братан. О-о-о. Болотник минус. И это хорошая новость. И это таки хорошая новость. Но почему-то тут я больше никого не вижу. Че, неужели больше никого тут нет? Ну ладно. Опа. Лечебная травка. Да как ты меня достал? Постоянно какие-то твари убивают. Да это нечестно просто. Но ё-моё, я не знаю. Ну ладно, траву еще пособираем. Мерзкое насекомое. Угу. Травку вон пособираем. Зато надо бы прокачаться и оружие нормальное купить. А то у нас что-то какой-то херовый сетап. Очки обучения. Как можно прокачаться, слышь? Владение оружием. Это реально, а как мне качать? Ну пока что никак не могу. Защиты у меня нет. Типа, ничего нет. Энрико снова работает на раскопках. Как ты это сделал? Скажем так, пришлось приложить усилия, но он меня понял. Вот за это тебе явно надо подкинуть золотишко. Совершенно точно. Этот парень, Дуайт, плевать хотел на твои приказы. Ленивый засранец. А если Беппа не получит свои сундуки с артефактами, то совсем с ума сойдет скоро. И какие идеи?
Надо бы кому-нибудь задать Дуайту хорошую трёпку. А то, если он не вернется к работе, трёпка ждет меня. Ну ладно. Самое подходящее время для такого подхода. Только вот я драться не умею. И сам этого делать не буду. А еще кто-то удивляется, почему здесь все так паршиво. Ну, значит, я буду драться. У меня выбора-то нет. Так. Так, F8. Дуайт. Готов? Я не знаю, что готов по роже получать? Хочешь, чтобы я попросил тебя вежливо? Таскай, пожалуйста, ящики. Ты когда-нибудь слышал? Поспешишь, людей насмешишь. А ты слышал? Кто приказов не выполняет, тот пинок под зад получает. Хорошо, хорошо. Не надо повторять два раза то, что и так понятно. Я иду, ясно? Все, так-то лучше. А кто еще? Наверное, тебе будет интересно услышать, что Дуайт взялся за дело. Что, серьезно? Это ж просто чудо. Отличная работа, да. Я тебе даже денег дам за это. Вот, бери. Твоя благодарность не знает границ. Спасибо. Не приставай ко мне. Да мне броня нужна. Дай мне броню. Ню-ню-ню. Ню-ню. Так, ягодку тут соберем. Так, кстати. Это надо сюда. Это тоже сюда надо. Манна, ну у нас манна не так, чтобы уши... Ее и много. Займемся делом. Так, что у тебя? А у тебя только лук, да лото для челюстей. Можете тебе что-нибудь продать? Ну, например, например. Ага. И еще продолжаем. Такс-такс. Ой-ой-ой. Ты хорош, слышь? Это я тут должен зажимы делать. Ублюдки поганые. Зажимать яйцами я тут вас должен. Все. Ну, ну и не знает, и не знает. Как говорится, а что нам дальше-то делать? Нам надо еще одного, мне кажется, вернуть. Где-то он тут должен быть. Я зачистил все от моли, а его нет. Куда делся? Давай. Да хорош! Да я тебя первый ударю, тварь. Ух. Наконец-то, наконец-то. Фига, ты прям это, качаешься, прям качмен, да? Автосохранение. Луис? Вот ты какой Луис. Кто-нибудь? Help me. Ясно.
Ой. Пока что не получается славянского зажима яйцами. Почему, не знаю. Удивительно, конечно. Но это понятно. Я в такую игру играю впервые. И поэтому у меня не может сразу все получаться. Тем более, когда мы только в начале игры. Хорошо бы я умел проводить разведку. Разведку? Ну ладно. Вот тут мы этого болотника замочили. Хотя нет, болотник немножечко дальше. Блин, ну тут кому бы еще помочь? Просто через каждые несколько этого... О-о-о, тут у нас арена. Я пока не в состоянии так драться. Что ты там делаешь? Прячусь. В этом лагере кто-нибудь что-нибудь делает? Хороший вопрос. Пойми меня правильно. Я рабочий, простой земляком. Нет ничего интересного в том, чтобы копаться в грязи. Но это у меня получается лучше всего. Расскажи мне о своей работе. О раскопках? Ну, как я уже сказал... Это, конечно, работа грязная, но ее кто-то должен делать. Да ладно. А ты хочешь попробовать? Просто ищешь песчаное пятнышко на одном из участков раскопок. Потом втыкаешь свою лопату в землю и копаешь. Ну, спасибо. Кто знает, может, что-нибудь найдешь. Так от чего ты там прячешься? От работы. Верно. Пойми меня правильно. Я бы хотел работать, если б только мог. Понимаешь? Огромные насекомые появились на раскопках. Я их уже убил. Я не стану работать, пока они там. Я люблю свою работу, но не собираюсь за нее умирать. Какие бойцы отвечают за охрану раскопок? Только Рикардо. Но я его здесь уже давно не видел. Не думаю, что он сильно беспокоится о нас, рабочих. Ты знаешь что-нибудь о мече, Бреннан? О золотом мече? Ну, я слышал кое-что. Мне показалось, что я нашел обломок этого меча здесь, на раскопках. Он все еще у тебя? Я почти выкопал его, когда появились насекомые. Интересно. Он все еще там. Я его забрал. Я поговорю с ним. Ладно, но не говори ему то, что я тебе сказал. Он почти такой же злой, как и эти твари. Можешь вернуться к работе. Насекомых больше нет. Правда? Они исчезли? Исчезли, сдохли, погибли. Какая разница? Ладно. Ты вроде я всех парень. Их убил. Лучше вроде бы ты знал, что вместо. Работой. О, новый уровень. Наконец-то. Болт, сильноцелебное зелье. Е-е-е. Наконец-то. Угу. Все готово. Сейчас мы вернемся к нашему старому дружку и скажем, что у нас все готово. Так, бочка с водой. Давай, хлебало-то свое умывай. И можно, в принципе, идти дальше. Бреннан вернулся к работе. Знаю, видел. Отлично, отлично. Я думал, ты будешь рад. Ну, я рад. А, да, вот он. Бери, ты заслужил награду. Ну вот, они все снова работают. Дело должно сдвинуться с мертвой точки. Хорошая работа. Теперь мне будет проще с Беппой и его прихвостнями. 500?
У тебя нет денег. Конечно, офигеть, да ты офигел, 500 золот тебе. Обойдешься, ладно, сам пойду искать. Нужно? Ты на меня смотрел? Я здесь недавно. Не знаю, кто есть кто. Если ты не знаешь, что я лучший боец в лагере, значит, ты здесь еще так недавно, что и разговаривать с тобой нет смысла. Да ладно. Ну ты черт поганый. Ну ладно. Кого-нибудь тут можно? Пойдем, заберем золото из развалин храма. А, то есть тебя интересует золото? Пойдем, двигай за мной. Так, на всякий случай я бафнусь. Возьму это и вот это. Следуй за мной. Иду, братан. Держись за мной. Автосейв прошел. Хорошо. Тут нас никто не увидит. Так что давай-ка поболтаем. О чем? Такие, как ты, источник неприятностей. Я таких уже встречал не раз. Так, то есть в храм мы не идем? Конечно. Все понимаешь. Тут только ты и я. И ты сейчас отдашь мне свое золото. Нет, не отдам. Давай с этим кончать. Доставай оружие. Вот видишь, я же говорил, одни неприятности. Пришло время драться. Так, ладно, похлебало мне сносит. Ну, давай. Офигеть! Какой-то ты жирнючий. Ладно, тварь. Я тебя все равно укокошу. Я тебя укокошу, отвечаю. Сюда. Погоди, сейчас я немножечко прокачаюсь. Так. Так. Так, 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 обломок меча. Что нам еще тут? Ой, мне брать-то и нечего. Мачете 20. Урон 10. Прикольно. Так, а что мне надо? Вот у меня... Вот не пойму, как прокачиваться. Вот серьезно. Типа, как прокачивать здесь персонажа? Ладно. Так, смотри. F. Держись за мной. Тут... Да. Пришло время драться. Офигеть. Ну ладно, танцуем. Ну-ка. Что?
со спины? Ты как мне телепортировался за спину, тварь? Может тебя скинуть? Как так-то? Я, блин, не знаю, как его одолеть. Я вроде кликаю, но он сильнее меня во много раз. Ну, то ли я такой. Тут... Пришло время драться. Пришло. Надеюсь, я тебя сейчас побью. Да как ты меня бьешь? Ой-ой-ой. Только не это. Это не принесет ничего хорошего. Согласен, братан. Прекрати это! Нет, я ему не отдам свое золото. Пошел нахер. Как так-то? Ну ладно. Будем одолевать его все равно. Так, что бы поставить вот. Пока что я не могу даже... Сколько у меня сила? 10. Как прокачать? Как открыть именно? Так, мне нужны параметры. Так. Панель быстрого доступа. Угу. Сейчас я пойму. Оснащение, дневничок. Пурум-пурум-пум-пум-пурум-пум-пум-пум-пум. Так. Просто можешь как-то параметры свои качнуть? Или они как-то сами прокачиваются? Наверное, сами. Типа очки обучения. Пришло время драться. Собрались. Так, он. Как ты меня достал? Я хочу его одолеть, но и не получается. Ну ладно, не ноем, спокойно. Сделаем славянский зажим яйцами. Все. Пришло время драться. Есть! Сдохни, тварь! Ух! Теперь ты помер. Все, твое золото принадлежит мне. Ух, а как прогресс свой отследить? Ладно.
Ну ладно. Тут за щитом не прятаться лучше. Ладно. Не спрятался за щитом. Вот не прятался за щитом. Ой. Ладно. Погнали в другое место. Я хочу... Красться? Угу. Расскажи мне. Хочешь, чтобы тебя действительно не было слышно? Сначала встань на цыпочки. Убедись, что не наступишь на ветки или что-нибудь подобное. Так ты можешь выдать себя. Не торопись. Действуй медленнее. Угу, но у меня уже золота нет. Ладно, пойдем, нам надо к Сарочку проведать. Таки Сарочку проведать надо. Все отлично. У нас теперь полное хп. И 0 и 30 монет на счету. Лица хлебало умоем и дальше пойдем. Ух, это было хорошо. Знаете, я испытываю чувство внутренней радости, когда что-то у тебя получается в игре, которое тебя просто недавно опускало. Она меня сейчас опускает. Почему так? Почему так? Типа, серьезно. Я. Менее красться, менее скрывать замки. А давай-ка. Можешь, ну... Конечно, после этого. Можешь ковыряться отмычкой во все стороны, пока замок не откроется. Но будь осторожен. Если ты нажмешь не в том направлении, то отмычка может сломаться. Ну, ладно. Спасибо, братан. О, божечки, почему меня постоянно все убивают? Я. Конечно. Почти под. F8 же. Я нажал. Почему не сохранилось-то, ёптать? Ух. Этот, эй, чем ты занимаешься? Сложный. Ничем, братан. Мне твой замок нахер не нужен. Но почему-то у меня не получается одолеть. Именно то. И, в принципе, я не понимаю, как прокачка работает в этой игре. Нужен тот, кто мечом научит меня владеть. Доберемся до него. Братан, бей, выманивай. Спасибо. Мы проход освободили. Ну и вам заодно тоже помогли дорожку расчистить. Ну, будем вот так немножечко обузить игру. А что делать? Пока что сложно. Никто не обещал, что будет легко.
Зеленый лист какой-то, гриб. Травушка лечебная, кстати. Она нам пригодится. Плюс 30 хп аж к здоровью восстанавливает. Ну ладно. А, тут мы уже были, кстати, да. Надо немножечко учиться ориентироваться в этой местности. Ну ничего, ничего, у нас целый стрим впереди, как говорится. А я игру в эту играю только во второй раз. Так что немножечко про... мне немножечко простите на то, что я тут путаюсь. Большое болото. А есть малое болото. Так. Нам, значит, не сюда. Мы не тот... Мы я... А, нам надо понять. Значит, нам надо сюда идти. Значит, мы идем правильно. Волчары, кабаны. А, тут у нас Яныч живет. Но к Янычу мы зайдем попозже. Давай, славянский зажим яйцами. Работаем, братья. Не дали позабавиться. Да вот совсем уж. Особое зельюшко взял. Ура. Неплохо. Я тут, кстати, замки научился вскрывать. Неплохо бы и применить. Так, у нас тут отмычка, есть замок. У дома, у дороги. Ну таки пошли, дойдем до туда, до этого дома. Значит, нам надо спуститься вниз. Обродим тут, походим, покачаемся. Не обязательно тут там всех же тут убивать. Может, обязательно? Кстати, мы тут, мы здесь такие не были. Таки надо сюда, значит, заглянуть. Перед этим сделаем F8. Моль. Боже, как ты орешь. Не понял. Ой-ой-ой. Какие страшные и опасные. Так, а если сюда пойти? Просто тут докадываю, что тут ловушки. Тяжелый сундук. Ну-ка, а что тут мы можем найти? В воду факел. Нормально. Говорится, все, что мы нашли, это просто тяжелые сундуки. Монеты, вино, факел. Кстати, факел нам пригодится. И F8 нажмем. О, выход из первых развалин найден.
Значит, пойдем отсюда, во. Таки, возможно, у нас скоро будет новый уровень и новая прокачка. И мы прокачаемся во владении, например, тем же мечом. О, тут ловушечка. Ну, ничего страшного. Нас они уже не пугают. Мы ветераны этих ловушек. Автосейв прошел. Ну ладно, пойдем посмотрим, что тут у нас еще есть. А, нам не сюда. Нам надо вниз. Вниз, то бишь куда? Прям земля аж трясется отсюда. Что ты там делаешь вообще? Перестань там так анонировать. Там, если так делать, то хотя бы не громко. То получается, что каждый слышит, что там эта земля происходит, аж стучится так и невозможно, братан. Прекращай, прекращай. Так, ну тут мы уже в старые добрые знакомые локации возвращаемся. Нам нужно вернуться к Сарочке. Потому что она нас ждет, надеется, верит. Не очень понятно. Угу. Получилось. У меня замок был от этого причем. О-о-о. Не споткнись. Веди себя прилично. Хорошо, спасибо, но... Давай мясо, что ли, пожарим? Мне нравится. Выглядит неплохо. Не споткнись. Эй. Можно мясо пожрать, и нам ХП восстановится, наверное, выглядит, да. Ничего. Наверное, ХП восстановится. Так. Маленькая карта острова. Штаб-квартира Дона. Дон Дигидон. Так. Ты выглядишь неплохо. Веди себя прилично. Я и так веду себя прилично. Почему она не реагирует? Я сковородку ее вообще-то нашел. Ну да ладно. Типа, надо как-то найти, чтобы наш уровень прокачался. Улучшенные луки. Надо бы найти то, что наше оружие прокачает. А не только то, чтобы что-нибудь еще сделать. Так. Нет. Брось его. Кирку сюда. Отмычка есть. Пила есть. Жало. Сковородка. Ой, сила 15. Где мы же эту силу столько богатырскую такую возьмем? Чтобы нам аж целых 15 ее прокачать. Ну ничего, возьмем как-нибудь. Ну ладно, к Сарочке поход наш не удался. Ну таки шо же. Таки нам нужно продолжать идти искать эти сокровища. Таки нужно что-то делать.
тут ничего нет. У нас лопата, кажется, была. Не понимаю. Ну да ладно. Пойдем еще вернемся к Янычу. Он-то нам, возможно, подскажет что-нибудь. Или не подскажет. Тут как тут я видел... О! Сейчас мы как травы-то наберем. О, а сюда мы не ходили, кстати, да. Тут мы не были. Почему мы сюда не пошли? Я не понял. Кстати, да. Почему? И как? От чего? И к чему? К чему что? Ладно. Ты с ума сошел? Прогуливаться тут вот так. Почему? Как ты думаешь, что случится, если тебя поймает инквизиция? Да чего вы все про нее говорите? Сам их позовешь? Да. Слушай, я тебя не выдам. Но воины Ордена часто заходят сюда, чтобы проверить, как идут дела. Да ладно. Так что просто предупреждаю. Будь осторожнее. Кто тут главный? Брат Тристан. Он обычно перед домом прохаживается. Он захватил ферму. Теперь он там заправляет. Ясно. Что ты делаешь? Я обрабатываю свое поле. Твое поле? Да. Вот это мое. А то, которое через дорогу. Поле Теллура. Он, конечно, сделал больше меня. Как всегда. Понятия не имею, как ему это удается. Он уже собрал весь урожай и сложил в амбар. А вот я боюсь, что не успею вовремя. Не могу отличить созревшие растения от незрелых. Они все мне кажутся одинаковыми. Тебе нужна помощь? Давай поможем, братяги. Что ж, я отказываться не стану. И что я получу, если ты не откажешься? Ну, я послушник, и у меня почти ничего нет. Но если ты соберешь растения и принесешь их мне, я дам тебе целебное снадобье. Что скажешь? Идет. Я принесу тебе созревшие растения. Отлично. Тогда я смогу начать обучение магии, пока тут все не развалилось к чертям. Просто найди созревшие растения на моем поле, ладно? 10, думаю, достаточно. Принеси их сюда, хорошо? Хорошо, братан. Раз. Два. Они тут прям растут одинаково. Че, неужели ты их не видишь? Видимо, не видит. Ну ладно. Или ему лень. Да какая нам разница? Дает задание, надо выполнять. Раз. Так. Еще где? 8. Еще 3 осталось, братан. Так. Какое же приятное медитативное занятие. Отвлечься от драк всех этих. И просто помочь людям. Помочь людям собрать зерно. А что нет-то? Давай собирать. Блин, это курица. Мне осталось еще 2 зерна где-то надыбать. Ага. Стал. О, 10 злаковых растений. Достижение получено. Вот тебе 10 созревших растений. Спасибо. Если бы не ты, у меня были бы страшные неприятности. Вот твое целебное снадобье. И часто сюда заглядывают эти воины Ордена? Инквизитор посылает сюда одного воина каждые 2 дня. Они любят держать руку на пульсе. Он забирает наш урожай и мясо и отвозит все в монастырь. А уж там они обжираются нашей едой. На твоем месте я бы спрятался, когда он появится. Спасибо за предупреждение. Угу. Ну хорошо. Добро пожаловать, чужеземец. Что привело тебя на наш несчастный остров? Да так, корабль Прикольно. Разбил. Разбился. Я выжил в кораблекрушении. Что ж, не знаю даже, можно ли назвать это везением. Но должен предупредить тебя, что здесь нельзя ходить. Почему? Я-то не возражаю, но воины Ордена куда менее снисходительны. Кто ты? Меня зовут Тристан. Я начинающий маг.
Я приглядываю за этим местом. По приказу круга магов. Ух ты! Что это за место? Простая ферма. Теперь она под управлением Инквизиции. Мы обрабатываем землю и заботимся о животных. Наша работа гарантирует благополучие Ордена и людей Инквизитора Мендосы. Хм. Какое отношение маги имеют к Инквизиции? Кстати, да. Круг магов долгое время находился здесь, в монастыре, у подножия Большого Вулкана. До того, как темная волна накрыла землю, и из-под земли взошли эти руины, это было место обретения знаний и веры. И теперь Инквизитор ищет способ справиться с этой тьмой. Нам очень повезло, что он нашел нас в час нужды. Теперь монастырь служит не только домом для магов, но и тренировочным лагерем для рекрутов Инквизиции. Интересно. Может, вы на ферме еще и торгуете? Торгуем? С кем? Не считая бандитов Эстебана, поблизости никого нет. А что насчет меня? Будешь торговать со мной? У меня мало что есть, но я с удовольствием тебе все покажу. Кстати, да, давай. Займемся делом. Что у тебя есть? Снадобье мне пригодится. Ну ладно. Как думаешь, что мне делать дальше? Ну, я бы не советовал тебе бродить вокруг в одиночку. Это кратчайший путь к следующей жизни. Вот тут я с тобой полностью согласен, братан. Разумнее всего было бы пройти курс обучения у воинов Ордена и стать рекрутом. Тренировки с боевым посохом и основы магии никому не помешают. Если ты не боец, то можешь поработать на торговцев в городе. Только осторожно, не попадись разбойникам Дона. А может, тебя интересует высшая магия, которую изучают послушники? В таком случае тебе следует явиться в монастырь, не попавшись воинам Ордена. Может быть, в городе кто-нибудь поможет тебе. Выбор за тобой. В любом случае, членов каждой из групп ты найдешь в Харбортауне. Они могут рассказать тебе больше. Будь я на твоем месте, я бы отправился туда. Я ищу работу. Что ж, работы у нас на ферме более чем достаточно. Отправляйся к моим братьям, и пусть они дадут тебе задание. Мы не богаты, но по-прежнему ценим честную работу. Ну, вот это хорошо, вот это мне нравится. Вот это ты молодец. Как там дела? Не особенно. Никто не хочет застрять, черт знает где. Согласен. Ты из тех, кто идет по жизни, смеясь, да? Будешь продолжать смеяться, если стая голодных волков начнет на всех подряд набрасываться. Когда-то у меня было 6 свиней. Посмотри, что осталось. Откуда эти волки? К северу отсюда есть небольшая пещера. Я сам туда не ходил, но готов спорить, что их пещера именно там. Неужели никто тут не может защитить тебя и твоих животных? Ну, воинов Инквизиции больше волнует золото из развалин храмов, чем помощь послушникам. Мы тут одни-одинешеньки, в лучшем случае. В худшем — наедине с волками. И это не мешает Инквизиции приходить сюда и требовать дань. Не хочу жаловаться. Я сделал свой выбор, но иногда это просто невыносимо. Понимаю, братан. Голодные волки? Нет ничего лучше. С твоей стороны благородно предложить мне помощь, но вынужден тебя предупредить. Эти твари сюда уже несколько дней не заглядывали. Думаю, они серьезно проголодались и крайне опасны. Есть хорошие новости? Ну, они волки. Мечей у них нет. Если ты не вернешься через пару дней, это будет значить, что ты стал чьим-то обедом. Здорово. Угу. А у тебя что-нибудь для меня есть? Смотри, куда идешь. Здесь растет хлеб. Скоро твой хлеб будет собран. Кто это говорит? О,
это должно быть Томас. Я прав? Ему следовало бы работать, вместо того, чтобы болтать с заезжими. Мое поле вдвое больше его. И возделывание этого участка занимает у меня в два раза меньше времени, чем у него. Сам ленится, а делает вид, что из сил выбивается этот Томас. Нужна помощь? Нет, спасибо. Хотя с твоей помощью я бы давно управился. Теперь все в земле. В любом случае, спасибо. Ну, ладно. Поспать бы где-нибудь, уже ночь. Земля раскололась пополам, просто раскрошилась на части, появилась та штука. Руины чертовски опасны. Так. Ну, в принципе, хилки у нас есть. Можем до утра вздремнуть. И продолжить наши приключения. Так. Пещера к северу. Как понять, где север, где юг, где что? Ну ладно. Как-нибудь сами разберемся. Так, а тут у нас что? Я да пока не хочу туда идти. Учебная травка. Нифига себе. Это он меня просто укокошил с двух ударов. Вот это, конечно, писец. Давай, мочи, ублюдка, на тебе, на. На, на. Ну-ка, спокуха, пацаны. Надо просто закликивать всех. Тогда у них и шанса никакого не будет, в принципе. Все, готово. Закликал, суку. Да как ты меня... Да как? Почему ты меня достал? Офигеть! Знатно повысился так уровень сложности, уровень ХП. Вот один, за ним. Мужики, помогите. Да как? Почему ты меня опять? Ну почему они постоянно меня убивают, эти твари? Как я их ненавижу. Давай, атакуй. Нифига. Ну вот так вот их просто будем разводить и по одному бить. Давай, давай, ну бей же его. Да хорош уже, да хорош уже, нечестно, не смешно, мне больно.
моей жопе больно, дайте мне прокачаться. Так. На тебе, на тебе, на тебе. На, на. Да как? Почему ты сзади ко мне подошел? Хорош же, ну не смешно, это больно. Ой. Почему они меня убивают? Естественно, я же еще лох даже без брони. А вот и пещера. Кстати. Пещера тут, говоришь, есть к северу отсюда. Ну... Попробуй до нее доберись. Нормально так. Они меня просто с одного удара меня вынесли все хп. Все хп с одного удара. Да как так-то? Ладно, продолжаем страдать. Наверное, так будет тоже честно. Так, ладно, сваливаем отсюда. Да хорош уже, не смешно. Уже не смешно, меня всякая тварь здесь пытает, может просто отыметь. Это просто уже не смешно. Мне хочется ругаться и материться, но я не буду, потому что это плохо, это так нельзя делать. Ладно. Ничего мне еще делать. Ждать, пока у меня уровень силы прокачается. Уровень доспехов моих, я не знаю. Что еще должно прокачаться такого, чтобы у меня прям аж... Ух, как все взлетело. Ну ладно. Будем что-то делать с этим, что-то думать. Сначала всяких таких лалочей будем убивать. Кабан. Тут стая диких кабанов. Боюсь, они мне еще больше по жопе надают, чем волки. Нормально. Нормально. Они мне прям хорошо так. Почему каждое задание мне доставляет прям огромную жопную боль. Прям в моей второй чакре. Опа. Погоди. Тут нет сундука? Сундука нет. Что же может их атаковать? Что же у меня из оружия такого, что может прям их... Кроме дубинки ничего нету. Урон 15. От клинка 15 же, да? 15. Да
как ты меня атакуешь? Я знаю, что часто сохраняться полезно, братан. Но потому что когда мне доставляют жопную боль прямо среди моей жопы, это очень неприятно. Так, ладно. Да зачем я нажал F9? Зачем мне? Боже, я просто начинаю совершать какие-то глупейшие ошибки. Просто кнопки, значит, кнопку, путку или еще что-нибудь похуже. Почему F5 нельзя было сделать? Хотя нет, зачем? Да как? Я даже открыться ему не могу. Мне даже удары разменять не на что. Как ты меня достал? Со всех сторон окружают. Со всех сторон. Да со всех сторон. Со всех сторон просто. Как так-то? Ну так нельзя. Серьезно, так нельзя. Так. Братан, не хочешь мне помочь? Убей ты его уже. Не вставай, мы доберемся до него. Я вас не бил, мужики. Ну ладно, вы, видимо, думали, что я вас ударил. Еще и задание профукал. Зашибись, вода. Ладно. Да хорош уже! Почему ты 3 удара наносишь, тварь? Почему 3? Почему 3 удара? Да почему 3? Да как так-то? Я не понимаю. Может, и делаю все. Ладно. Сейчас мы сделаем по-другому. Видимо, у меня сложность высокая изначально. Погоди, так я же сам ее включил. Так. Все. Иначе слишком большой урон. И
И то нам приходится здесь качаться. Ну да ладно. Давай, давай. Почему не ждете? Да как ты мне 3 удара нанес? Да почему? Что за ты? Баклан дурацкий. Они меня еще окружают. Это плохо. Да хорош ты уже. Достал. Достал ты меня. Ну дай по тебе попасть. Хоть раз. Да... Это меня не спасает. Меня не спасает вообще ничего. Меня трахают даже на нормальном уровне сложности. Ой-ой-ой. Который кусался. Эй, не трожь его! Я с ним зерно собирал. Я с ним зерно собирал, твари. Ты твари, блин, а почему я страдаю в каждой миссии? Это просто уже не смешно. Ну ладно. Как? Где волчара теперь? Он просто улетел. Я вон лечебную травку пособираю. Что, идите в жопу. Давай. Надеюсь, он не вернется и не нападет на меня с тыла. А, так вас теперь еще и 4 было. Ну-ка. Ну-ка, давай. Давай, ну я должен вас всех переиграть. Должен. Собаки поганые. Да бляха ты, муха. Как меня это надоело уже. Ну я не знаю. Ну это просто уже не смешно. 2 часа я страдаю. 2 часа. Просто даже. А вас 2 пока что, да? Вообще вас 4. Да как? Почему ты из таргета выпадаешь? Он вертится из таргета у меня выпадает. Я могу сколько угодно вообще эту игру обвинять. Но я пока сам не научусь играть. Но я не могу научиться играть. Не могу.
Да почему? Как вернуться позже? Я не могу вернуться позже. На. И вас теперь четверо. Ну, ништяк. Который кусался. Я тут с одним едва справляюсь. Ваш братан погиб. Это серьезно? Да почему? Да почему? Почему и как? Это сложно. Почему их сложно одолеть? Их много, они за этим и числом берут. На. Ну чё, будешь нападать? Да бляха-муха, они обходят меня. Почему я не могу убить эти даже сраных волков? Бляха-муха, для меня все они будут иметь. Я понимаю, конечно, что я сейчас ною. Но бляха-муха, они даже для нормального уровня сложности, они слишком сильны. Слишком. О, божечки. 2 часа страдания, а не стрим просто. Сел поиграть, называется. Даже броню себе нормальную купить не могу. Как вот так? Понятно, почему он их не может убить. Да он, ну если их... Не может их убить даже вообще никак. Тут у нас что-нибудь есть. Может, я что-нибудь... Кабан? Ясно. Мне даже... Ну, я кабана почти завалил. Это какой-то ужас, это издевательство настоящее. Ой. Так нельзя. Лови. Прекрати это. Да я не начинал, меня кабан бьет. У меня любое животное, что может меня ударить, оно меня убивает. Без меня оно просто сдохнет от каждого этого дерьма. Так нечестно. Ты думаешь, что я ничего не... Ублюдочный воришка. Ладно, все, я сваливаю, братан.
Тебе некого винить в этом, кроме себя. Ладно. Ладно, братан. Не буду у тебя ничего брать. Что-нибудь тут, может, найдется. А, вот эти волчары. А я-то думал. Чё тут? Кого? Зачем? Наконец-то. Радует, когда ты что-то понимаешь. Причем понимаешь сам, а не с помощью чего-либо. Все равно я... О, малый алмаз. Сас. Два голодных волчара. Давай, 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 давай. У меня мышка сейчас сдохнет уже. Я закликаю, у меня реально сейчас мышка сдохнет. Меня, наверное, все зрители даже разбирались от того, что у меня... Тут просто этот... То, что я так просто тут туплю, ну чё, камон. Чё вы хотели, я первый раз играю. Ты хорош уже. Отстань от меня. Бляха-муха. Ладно. Все хорошо, я понял. Сейчас разберемся. Не ссыте. А я полез просто, я думал, что это туда. Смотри. Жопа, раз. Два. Давай. Хорош уже метаться. Стой, старгите нормально, падла. Живучая, да. Я вас всех одолею. Так, стоит подкачаться, кстати. Подлечиться. Подкачаться мне в любом случае стоит. О, а то траву нашел. Что, в принципе, неплохо. Последний волк остался. Их тут двое. Эта тварь опасна в количестве более чем одна штука. Да как ты меня одолел? Ну как просто? Ладно. Спокуха. Надеюсь, в следующие разы я буду более чем осмотрителен. Смотри. У меня есть стрела. Я тебя планирую угостить своим хлебалом. Давай. Атакуй же. Давай. Ух. Но это было потно.
Тут каждая катка потная будет. Я не буду уровень сложности снижать. Как говорится, страдать так уж страдать. Думаю, вы со мной согласны. Наверное, те, кто еще остались. Кусок железной руды. Это прикольно. Гриб какой-то. О, мы куда-то вышли, кстати. В этой части карты мы еще не были. А, это к портовому городу, видимо, приближается. А сходим внутрь, вглубь пещеры зайдем, как говорится. Ибо, как завещал Мудреныч, нужно проверять почаще свою пещерку и пещерки своих друзей. А тут ничего нет, кроме как залежи золота. Ну, можно и прийти и сказать, что мы, в принципе, все сделали. Все сделали, все, в принципе, достаточно неплохо. Хоть и не с первого раза поняли, что вообще надо даже сюда идти. Прикинь, что, да? Эй, я должен тебя предупредить. На ферме есть воин ордена. Спасибо. И что? Так что... Тебе сюда нельзя, в общем. Если он тебя увидит, то отправит прямиком в монастырь. И какие будут предложения? Придется подождать, пока он не уйдет. Иди за мной и не шуми. Спрячешься в кладовой. Там есть кровать. Отдохни. Воин провалит через пару часов, ясно? Так, повтори еще разок. Хорошо. Я возвращаюсь на свой пост. Иди за мной и старайся не отсвечивать. Держись левее. Придешь к кладовой. Отдохни там пока. Когда ты проснешься, воин уже уйдет. Ладно? Хорошо. Придется тебе доверять. Превосходно. Пошли. Не дай ему себя заметить. Так, на всякий случай сохранимся. Пойдем слева. Что-то земля трясется, слышь? Так, еще я в кустах. Спасибо, я тут погемарю, пожалуй. До следующего утра, как говорится. Ну а мы что теперь, качнулись? Нет, я что-то не понимаю. Силу мы не можем даже свою качнуть. Все чисто. Воин свалил. Хорошо, что я тебя первый заметил. А то ты бы уже в монастырь топал. Я бы сказал, тебе очень повезло. Волки мертвы. Ты их убил? Это радует. Теперь я снова могу спокойно спать. Вот, прими в знак благодарности. Мне бы ни за что не справиться в одиночку. Надеюсь, ты найдешь свой путь, друг мой. Я тоже на это надеюсь. Удачи тебе и спасибо. Пожалуйста, братан. Займем. Так, а что, у тебя больше ничего нет? Опа! Магии. У тебя ничего нет? Ну, еда, вода. Я бы тебе травки купил. Ну, потопали в этот. Как его? Болотный лагерь. Лагерь на болотах. Какая рафик разница уже. Просто пошли. Я понимаю, сейчас меня всякая дрянь может просто коцать, бить, там, ломать. Ну, они воли моей никогда не сломят. Ладно, дойдем до лагеря и, в принципе, будем завершать эту серию. Она получилась жоподробящей, конечно. Затем ничего не поделаешь. Автосейв прошел. Угу.
Тут где-то еще была пещера, кстати. Ее бы я тоже исследовал. Но, похоже, видимо, не получится. Ну да ладно, пофигу, в целом. Погоди. Тут вот где-то дорожка куда-то вела. Вела она, скажем так, к месту, где мне надо быть. Так. Большое болото туда. Значит, нам надо повернуть вот сюда. Голодный морской гриф. Все. Спустимся вниз сюда и проверим, что тут. Может, какие-нибудь пещеры. Полазим. Хотя уже и так тут 2,5 часа на стриме прошло. Давай. Вылезай. Или мне пока что туда не стоит соваться? Может и стоит. К спаже. Они тут все здесь. Просто все. Морской гриф. Они сильные падлы. На всякий случай я F8 нажму. Ладно, сваливаем отсюда. Ладно, видимо, нам пока что не видать. Еще и волчара. Волки позорные. О, еще одна, кстати, локация. Ах ты тварь, он за мной идет. Еще? Голодного волка мы быстро замочим. Ну-ка, давай. Да блин, одного удара не хватило, чтобы его завалить. Одного удара. Ну ладно, уже неплохо. Как говорится, это уже успех. Что мы можем хоть кого-то тут дозавалить. Это прогресс, я считаю. Давай. Все, сожрали. Спасите. Помогите. Оставь меня в покое. Разрешите я встряну? Покажи ему, что случается с убийцами. Найдут. Да я не хочу. Все, ладно. Я сваливаю от вас. Не надо меня бить. Ладно. Топаем в болотный лагерь. Доставь ты меня в покой. Сам ты трус, я просто не хочу с тобой сражаться, братан. То, что я трус, еще не. То, что не хочу с тобой сражаться, еще не означает, что я трус. Просто я еще не прокачан. Опа. Нормально так. Взял с одного удара, меня прикончил. Ты еще какой-то скелет-воин. Господи, столько людей, сколько всего... Нормально.
Слышь, все, я сваливаю. Нормально. Так и будет это продолжаться. Там мне лучше вообще не заглядывать. Хорош. Ну ладно, значит, остается его одолеть. Ой-ой-ой. Их двое. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ладно, я сваливаю отсюда, мужики. Все. Всем пока, я в болотный лагерь. Все, мужики. А ты тут... Да ты офигел, да хватит уже от меня. Хватит ко мне, что ты ко мне лезешь? Дай мне дойти до лагеря. Все. Всем пока, пацаны. Хорошего дня. До свидули. Я сваливаю. Отстань от меня. Я тебе не нужен. Вот и все. Жареная селедка надо бы нажарить. Выглядит неплохо. Конечно, неплохо. Такс. А что ж ты будешь делать? Ладно, на этом мы, наверное, с вами будем завершать стрим. Умоем, как говорится, наш безымянный умоется. Я умоюсь тоже. И пойду спать. Поэтому мы сейвимся, дорогие друзья. Как говорится, на связи был Dragon Soul Play. Наш стрим завершен. Всем спасибо, кто смотрел. Всем, все, кто был, кто в чате писал. Всем до